Итак, дорогие друзья, я вас приветствую. Сегодня у нас будет такой необычный обзор. У нас сегодня интересный проект. Сама компоновка кухни, в принципе, стандартная. Это линейная кухня. И здесь у нас еще будет остров. Вот. Но из интересного. В данном проекте у нас будет новые фасады Токио, которые с интегрированной ручкой, такие под дерево. Значит, сами фасады, если честно, я еще не распаковывал, не смотрел, даже вот некогда было. Вот поставил только лишь вот одну панель. Пока что мне нравится. На ощупь прикольные. Ну, естественно, это ДСП. По-моему, 19-я плита или даже 22-я. Но, в общем, очень толстые. Кромочка приклеена хорошо. Обработка вроде хорошая. Ну, завтра еще, соответственно, я вам крупным планом покажу фасады, как они выглядят. Потому что мне самому интересно, как сама интегрированная ручка там сделана. Далее, из очень особо интересного, у нас есть столешницы акриловые, которые продаются в Леруа Мерлен. Акриловые столешницы, по факту, это просто тоже два листа, которыми, естественно, нужно заниматься, нужно с ними работать на адресе. В этом есть одна из самых больших проблем. Вот, так как я все-таки придерживаюсь того мнения, что это должно делаться в цеху, на производстве. Потому что дальше вы посмотрите, я надеюсь, у меня получится все поснимать. Я хочу в этом видео уделить побольше времени именно столешницам. Вот, то есть обработки, там, работе с столешницами и так далее. И посмотрите, насколько это все пыльно, грязно и так далее. И, соответственно, сделайте выводы, нужно ли это, либо не нужно. Естественно, я озвучу стоимость столешниц, стоимость работ. Потому что, когда вы видите цену на акриловые столешницы, прибавляете примерно 2 столешницы, у вас получается довольно-таки хорошая цена. Вот вы думаете, а почему бы нет, взять акрил. Вот уже готовый лежит, бери. Вот. Но мало кто учитывает и мало кто узнает в Леруа Мерлен стоимость работ с этими столешницами. В общем, в принципе, здесь у нас один кусок, все положил, установка столешницы, там отпилил, как бы все окей, понятно. Не сильно такая глобальная процедура, естественно, нужно отрезать ее по длине. Варочная панель у нас монтаж обычный, классический, то есть сверху. Вот. Далее у нас идет мойка. Здесь, конечно же, когда у вас акриловая столешница, естественно, первым делом вам приходит в голову, как заказчику, значит, можно мойку сделать подстольного монтажа. Соответственно, здесь у нас будет мойка подстольного монтажа. И вот сегодня только вторая мойка приехала, потому что первая мойка, это тоже Весгауф мойки, ну они очень часто Весгауф, Герханс. Мойка была 60 сантиметров, то есть 600, и модуль у нас 600. В принципе, в теории там встроить можно, проблема не сильно глобальная, но дело в том, что, как видите, у нас здесь места вообще нету, то есть здесь вот пару сантиметров. И то есть, если здесь врезать мойку, интегрировать ее особенно снизу, вот, то, соответственно, будут, вот здесь будет очень маленькая столешница, остается маленький кусочек, и она может просто лопнуть во время там монтажа, демонтажа, во время выреза и так далее. Вот, поэтому я предложил заказчику все-таки взять поменьше, и взяли мойку 50 на 50. Значит, я пообщался с Владимиром, человек, который занимается акриловыми столешницами, так еще там информацию поискал. Вот, по поводу этих всех подклеиваний моек снизу. Соответственно, все закуплено практически. Завтра еду, заберу фрезы, потом в Леруа Мерлен и сюда. Со столешницами, я так думаю, все-таки это будет третий день монтажа столешниц. Завтра у меня в планах все наполнение, техника, в общем, сделать кухню без столешницы. Вот, потом, соответственно, отдельно заниматься столешницей, то есть, чтобы грязи будет много, инструмент будет пыльный, вот, чтобы потом меньше как бы лапать кухню. Вот, поэтому, думаю, лучше сделать таким образом. Сначала кухню, потом заниматься со столехами. Так, мойка подстольного монтажа еще, значит, у нас момент. Здесь есть нюансы, тоже с Владимиром общался. У нас просто еще есть смеситель, есть измельчитель. Если вы знаете мойки Герханс, да, то они имеют два отверстия. Одно 35-е и одно 26-е. То есть только смеситель можно установить и дозатор. Измельчитель уже кнопку не установить. И, соответственно, подклеивая мойку снизу, у нас вот этот постамент, который, да, для них, он там под мойкой будет, остается. Вот пообщался с ребятами, они говорят, мы срезаем вот эту часть, там, ну, что оставляем на хлёст 2 сантиметра, то есть чтобы уже в столешнице делать отверстие там под смеситель, кнопку измельчителя и под дозатор. Вот, поэтому, в общем, работы будет прилично. Что касаемо работы со столешницами, это я озвучу позже, когда мы все сделаем, посчитаем, потому что тут еще полный объем работы непонятен. Там фаску снимать, потому что они острые. Столех я тоже еще не распаковывал вообще. Сегодня так на лайте, короче, работаю, потому что вчера поздно приехал.
Вот, и так пришлось сборку на один день сдвигать, немножко там в график не уложился. Вот, поэтому, друзья, сегодня все. Сейчас дальше еду в Леруа Мерлен, ну, точнее, я завтра, а для вас уже это будет следующий кадр. И все затаримся, запокупаем и продолжаем дальше монтаж. Процесс монтажа у меня полным ходом идет, потихоньку фасадики навешиваю. Давайте сразу про фасады. Значит, в принципе, мне все нравится. Ну, то есть, вот прям на ощупь, нормуль, ручка вот это удобно, то есть, взял пальчиками, прям четко то залазят пальцы, все классно. Единственное, что я бы, конечно, вот это место, видите, вот я бы его сделал скругленное, как вот здесь. Бам, а вот здесь, ну, не знаю, когда тактильно, в принципе, вот здесь, когда берешь, все окей, но если вот делаешь вот здесь, то чувствуется уже вот пленка и острие. Но это так, чисто мои вот наблюдения. Естественно, у нас присадка с двух сторон, потому что фасад универсальный, да, как может быть левое открывание, так и правое. И нет заглушек. Ну, блин, почему заглушек-то нету, ё-моё? Ну, неужели нельзя коричневые заглушки сюда положить в комплекте? Ну, как-то неприкольно. Так, и фасады. Я не знаю, зачем они сделали, но они, блин, очень толстые. 22 миллиметра фасад толщиной. Зачем такие толстенные делать? Не понимаю, если честно. Вот, потому что могут возникать всякие рода проблемы с открыванием. То есть, допустим, видите, я здесь доборчик сделал. И здесь прям уже все вот в миллиметриках проходит. Вот это при учете того, что я уже сюда максимально двиганул фасад. Вот, ну то есть как бы вот это вообще непонятно. Я понимаю, когда там кухня на заказ, там можно фурнитуру подобрать, там петли там чуть-чуть другие, да, чтобы там они открывались чуть по-другому. Но вот здесь как бы для меня немного непонятно, для чего это делать. В общем, у меня есть предположение, что если, допустим, мы берем навесные шкафы, трапециевидный вот этот шкаф навесной угловой, там двери сто пудов не откроются. Это, ну, мне кажется, прям, ну, не 100%, но с вероятностью процентов 80% точно не откроются двери. Вот, сильно они толстые, выглядят, конечно, прикольно. Так, ну, по фасадам, ладно, понятно. Значит, у меня вот какой вопрос. Сотрудникам Леруа, друзья мои, дорогие, скажите, пожалуйста, а с чего вы вдруг решили, что теперь микроволновки в колонну над духовкой у нас подходят на стационарную полку, на штатную полку в штатное отверстие? Вот это как бы мне немножко непонятно. Это как там что-то у вас случилось, переменилось. Это я все к чему говорю? Это я все говорю к тому, что нам опять уже вот какой раз не выписывают углы. До этого выписывали, сейчас перестали. Посмотрите, у нас компоновка. Духовой шкаф, сверху микроволновка. Духовка устанавливается на вот такие углы. На углы сверху кладется полка. И, соответственно, регулируется как нужно по высоте и устанавливается. Микроволновка аналогично, то есть берется полка, вот такая вот, там прям в инструкции написано, отрезаешь от нее сантиметр по ширине, чтобы она между углов встала. Регулируешь по высоте, фиксируешь, все окей. Потом опять перестали выписывать. Что там вам опять, какие вам рекомендации там дают, я не пойму. В общем, чтобы вы понимали, какой смысл. Смысл тот, что вот микроволновка у нас стоит, сейчас я про нее тоже расскажу, она у нас просто по высоте тупо не пролазит. То есть нам, вот я ее сейчас померяю. Короче, ну микроволновка, если мы берем, вот как по-правильному, просто чтобы вы понимали, о чем речь. Вот смотрите, микроволновка у нас 385, ну, в принципе, как и все встраиваемые микроволновки. Это мы, соответственно, мерили вот отсюда. А дальше берем вот это расстояние, и здесь у нас получается 375. Понимаете, да, о чем речь? То есть у нас прибор просто тупо не лезет. Соответственно, если я смещаю еще ниже на присадку, это будет много уже. Поэтому выписываются углы, на которые ставится полка, чтобы я мог его подрегулировать как положено, выставить нормальный зазор, и все это установилось. А сейчас вот из-за вас, товарищи, нужно будет вот здесь насверливать кучу отверстий, чтобы это все дело влезло. Вот, а там ошибся чуть-чуть отверстие на миллиметр, и будет у тебя кривая микроволновка. Зачем усложнять, непонятно. Почему не продать еще пару углов? Почему не принести в кассу Леруа Мерлен еще там эти 300, 500, там 600 рублей, сколько стоят эти углы? В чем экономия? В чем прикол? Вы мне вот объясните, пожалуйста, ну неужели вы вообще не можете, ну как-то немножечко вот подумать? Ну если вы для духовки выписываете, значит, наверное, и для микроволновки нужно. Вот же она в проекте, вот она родненькая стоит, смотрите. Видели? Ну это ладно, понятное дело. Что касается микроволновки, слушайте, у Весгауфа первый раз такую модель вижу. У Икеи были такие модельки, у Боша тоже есть такие модели. То есть это у нас микроволновка, которая открывается вот так вниз. Круто, круто, она огромная, просто здоровая, чтобы вы понимали, вот ее чашка. Вот. Но здесь просто можно кастрюлю ставить и разогревать целую кастрюлю еды. В общем, огромная, здоровая, классная. Естественно, в навесной шкаф она не влезет.
Ну, только если вы не сделаете углубление в стене еще сантиметров 20, тогда мож влезет. Вот, и это только для установки непосредственно в колонну. А так, клевая микроломка. Сейчас, в общем, придется здесь позаниматься, вот с этим всем хозяйством, и покажу потом компоновочку, как это все будет выглядеть. Сегодня у меня, друзья, по плану домонтировать вот это все дело. У нас, кстати, одного фасадика хватать не будет. Остров. И я попробую там в размер столеху подогнать. Ну, в общем, со столешницей, как я говорил, я постараюсь поснимать побольше. Так, друзья, в общем, все, я подготовил полки под, соответственно, духовку и микроволновку, да. Такой момент, поставить прибор, воткнуть в розетку и все, так не бывает. Но с кухней Миллероа уж точно. Все это дело нужно выставлять. То есть переделать фрезеровку там новую, если мы говорим за вот полку верхнюю для микроволновки. Соответственно, выставлять нижнюю полку, перед этим ее нужно упилить, чтобы она влезла здесь между углов. Ну, в общем, как бы, когда это знаешь, конечно, это все делается быстро, а так есть моменты, есть нюансы. Планки вот эти термоизоляционные я поставил, тоже пусть будут. Здесь так усилил просто эту полку, потому что, ну, она на штатных здесь держится, вот на вот этих вот хреновинах. Вот, ну, просто если бы была бы возможность, я бы сделал бы вот так. Но сейчас опять звонить заказчику, там, едьте в Леруа, эти полки, у заказчика нет возможности. Мы так вот петли заказывали и сегодня привезли. В принципе, как бы по жесткости конструкции, что вот это норм. Просто с вот этим удобнее работать. Выставил полочку, поставил как бы и все. И розетки. Вот, друзья, обратите внимание, да, где они находятся. Вот тут вот надо бы еще чуть-чуть бы еще ниже сделали, чтобы прям вообще не было надежды вот какую-нибудь туда вилку. Потому что я все-таки надеялся, что она туда влезет, она не влазит. Вот, поэтому сейчас делаю отверстие и все это впихиваем туда. И покажу, как эта картина получается все вместе. Так, друзья, значит, докладываю, пока не забыл, добор я перепилил. В общем, дело в том, что сначала поставил добор, вот видите, у меня здесь есть разница, вот эта, тут буквально 2 мм. Вот, я поставил его, как бы, как обычно делаю, то есть здесь одинаковые две детальки, все вровень. И отвел петлей сюда, сместил немного, да, но сейчас установил посудомойку, я понимаю, что у меня здесь зазор прям намного меньше, чем вот здесь. Соответственно, петлей смещаю вот сюда, и из-за того, что фасад огромный, толстый, то у меня это все дело цеплялось, поэтому я перепилил доборчик, вот видите, торец подложки как бы видно, вот 2 мм, поэтому как бы, если вот, особенно ребята, кто мастера, имейте в виду, что вот если будете крайние доборы делать, вот фасад очень толстый, то вот эту лицевую часть, ее лучше делать меньше, прям миллиметра на 2 можно смело меньше делать, как бы, и все будет окей. Здесь у меня еще пока болтается, потому что, ну, столешница ляжет, все это скрипит. Так, друзья, значит, еще момент какой, опять же, пока не забыл, потому что все в процессе, чтобы не упустить эти моменты. Видим, фасад был, я его снял, вот, потому что, блин, фасады нету, или что-то забыли выписать, непонятно. В общем, история такая, сюда хотели один цельный фасад, единый, его нет в наличии, туда маленький подъемник. Сейчас по ходу дела пьесы опять все переиграли, будет здесь все-таки опять 77-й, там два подъемника, два маленьких фасада. Этот фасад у нас уехал на посудомойку. На посудомойку почему-то забыли выписать фасад. Ну, как бы вообще странно. И забыли выписать фасад, зашить заднюю часть острова. Это как бы тоже немного странно. Ну ладно, может, как бы не в курсе. Ну хотя можно было бы, в принципе, наверное, подумать немножко, что впереди у нас будут фасады, да? У нас, кстати, остров будет сюда смотреть лицом, а спиной туда, к основной кухне. Здесь будут ящики выдвижные. Здесь будет фасадом нужно закрывать, потому что фальш-панель не подходит, она 58, а здесь у нас 60 получается. В общем, сейчас я опять вот начинаю вот этот тормозиться и начинаю сейчас компоновки тут компоновать. То есть я сейчас выставил вот это все хозяйство. Оттуда я снял фасад, поставил на посудомойку, чтобы ее выставить. Здесь по фасадикам выставляю. Сейчас теперь я беру вот этот фасад и прикручиваю вот сюда. Делается это для того, чтобы потом, когда фасады приедут, то можно даже, в принципе, самостоятельно поставить раз, два и там 3-4 фасадика. То есть не нужно ничего там пилить, выставлять и так далее. Поставить фасады на петли и немножко подрегулировать. Ну, в общем, приходится тут тоже фантазировать по ходу пьесы. Вот, поэтому как бы вот такие моменты. Вообще, ну, немного странно, блин, зачем вы запустили в продажу эти фасады, если у вас то фасадов нету, то панели нету, еще чего-то нету. Ну, как бы приколы такие немножко непонятные. Ну, наберите полный ассортимент всего и запускайте в продажу. Нет, надо вот быстрее лишь бы впихнуть. И смотрите, сейчас я покажу вам вообще классную вещь. Посмотрите, видите, как бы одинаково. Здесь, здесь, здесь видим тоже, ну, практически одинаково. Сейчас чуть-чуть крутану, вот, чтобы прям наглядно было.
Так вот, видите, здесь и здесь одинаковые. Поехали вниз. Бабам! Просто, просто жесточайший перепад. Я даже не знаю, сколько здесь перепада. Ну, смотрите, бам-бам-бам. Короче, разные фасады. Ну, капец, да? Вот, это о чем говорит? Это говорит о том, что нет контроля качества никакого вообще. То есть, вот как пустили в производство, ну и как бы и пусть, да и ладно. Вот там дальше разберутся сами сборщики, там заказчики и все такое остальное. Компоновка, микроволновка, духовка на месте, друзья, я уже 100 раз говорил за вот эти зазоры. Все от техники зависит. Чем лучше техника, тем меньше видно вот эти зазоры. И видите, вот эти планки торчащие, вот, которые вот все вот надо ставить, термоизоляционные планки, ну вот я их поставил. Вот, и как бы видите, духовка насколько короче, вот, чем обычно. Обычно прям это все перекрывается вот здесь. Здесь теперь это все как бы видно, стремота небольшая такая. Ну, а чем я закрою? Фасадов не хватает, мне нечем закрывать. Вот, поэтому как бы, ребят, такие моменты. Все, о чем я говорю, тоже не работает. Я говорю, берите побольше панелей, берите там фасадик запасной, там еще чего-нибудь. Побольше набирайте, потом лучше сдадите. Сейчас это уже заказчик делает третий заказ. Вот за 2 дня уже третий заказ Леруа. Вчера попросил фальш-панели доборы сделать. Но здесь я выкроил, поэтому одна обратно, скорее всего, Леруа поедет, если ничего у меня не поменяется. Туда панель, да, вчера заказывали. Сегодня петли заказывали, потому что я заехал в Леруа, короче, не было петель. Петли заказывали. И сейчас еще раз заказывают человек теперь фасады, подъемник и так далее. А хотя можно просто это заранее все набрать и так далее. А вообще, ну, я понимаю, что с официальными сборщиками вы это не обсудите. Если у вас есть какие-то, в общем, спорные моменты, лучше позвонили установщику и скажите, вот так и так, там того-то не хватает, что можно придумать. Может быть, там вот это, либо вот это. И все, и так будет немножко проще. И тогда уже, допустим, мне там, да, либо другому мастеру уже будет понятно, к чему готовиться, что лучше посоветовать заказчику, чтобы там выписать им и так далее. Вот, и прям иногда это прям лучше с Леруа звонить, когда вы там сидите с менеджером, потому что я там тоже как бы добрый вечер. Ну, я не за всех говорю, правда, извините, но есть прям вообще, ну, совсем вот. Как будто бы его, я не знаю, вот с отдела саморезов вот взяли и посадили, блин, за компьютер, сказали, делай проекты кухни. Человек вообще не бум-бум, не алё. И, блин, и начинают утверждать, да все окей, все классно, я все знаю. Мы 100 раз так делали, кто только делал, непонятно, кому кто делал. Ни одной. Вот мне, короче, сейчас еще историю расскажу. Человек, мне заказчик звонит с Леруа, говорит, так и так, там какие-то моменты, нюансы, туда все. Менеджер говорит, мы вот так делали. Я говорю, попросите у менеджера фотографию, пусть мне менеджер, вот там, или вам отправит на WhatsApp, а вы мне перешите, я посмотрю, как они делали. Вот, раз вы утверждаете, что мы так делали. Вот, допустим, если я делал какую-то вещь, у меня есть фотография, вот, либо такой, либо аналогичная вещь. Я отправляю, говорю, вот так вот я делал там доборы до потолка, да, у меня куча фотографий, я их делал. Я могу сказать, вот, вот так вот это выглядит. А когда говорят, мы там кто-то делали куда-то, чего-то, кому-то, но у нас нет ни единого фото. И, ну как так, если вы делаете не старт решение, первым делом фотка, клац, вот наши сборщики, красавчики, вот такое могу делать, а не ваш там этот дурак с Ютуба. Поэтому, в общем, как-то так, друзья. Кухня у меня практически установлена, все, что, в общем, можно было делать без столешницы, все сделал. Далее сейчас начинаем как бы самое интересное, столешница. Итак, что мы имеем? Имеем мы вот такую с вами столешницу. Вот так это дело все выглядит в пленочке в защитной, торец острый. Вот, поэтому мы, скорее всего, будем еще снимать здесь фасочку. Так, ну здесь понятная инструкция, монтаж, там все такое. То есть вот, как что склеивать, какие вырезы там и так далее и тому подобное. В общем, макулатуры здесь хватает почитать, то как делать. Столешница тяжелая, комплектуется также столешница еще и бортиками. То есть, допустим, потом приклеивается сверху еще бортик и как бы все окей. Так, друзья, перед тем, как все расскажу, значит, смотрите, это ни в коем случае не инструкция, как необходимо делать запилы, не запилы, вырезы под вклеенные мойки и так далее. Скажу так, что там с одними коллегами пообщался, с другими ребятами пообщался, где-то что-то почитал, посмотрел, вот, от всех по чуть-чуть взял какую-то информацию и, соответственно, сейчас будем все это дело производить. Значит, ну, естественно, нужны тряпочки, салфетки, вытирать пыльно будет, как ни крути. Далее, значит, чтобы нам вклеить мойку, подклеить снизу. Я вот сколько смотрел информации, тоже все, ну, короче, кто опытные каменщики, они говорят, вообще пофигу, на какой силикон склеивать, приклеивать мойку. Приклеивается на вот клей герметик, саудал, фиксал, кристалл. Короче, самый типа путевый силикон. В Леруа его, естественно, нет. Заказывать необходимо
заранее вот на Яндекс.Маркете заказал, там что-то порядка 800 рублей. Далее, подклеивать понятно. Теперь нам необходимо, соответственно, зафиксировать мойку помимо силикона. То есть силикону, клей герметик, ему нужно, соответственно, высохнуть. Вот. И дабы нам еще перед тем, как мы уже будем в чистовой вырез примонтировать мойку, нам, соответственно, нужно ее зафиксировать, спозиционировать мойку, чтобы, так как мойка у нас будет как шаблон для выреза. Я здесь перестраховался, взял всего побольше. Также еще заказчик купил, я, кстати, забыл их вам вытащить. Заказчик еще приобрел, у нас, соответственно, есть вот такой специальный установочный комплект для мойки подствольного монтажа. Ну, то есть, грубо говоря, пластины, знаете, как похоже на газовых варочных панелях. То есть, эти футарки, пластинки, то есть, и мойка снизу поджимается. Вот, я это заказчику уже говорил, заказчик отдельно покупал. Также, соответственно, я купил тоже такие футарки. Я купил от Fisher, вот, скорее всего, я их и буду использовать, потому что очень они выглядят серьезно и внушительно. Две пачки, чтобы понимали, пачка 500 рублей стоит. Купил болты. Соответственно, шуруп на всякий случай вот такой купил. Такие, если вдруг что-то подкладывать нужно, шайбы тоже, если подкладывать нужно. Вот. Далее взял я фрезу R2, да, по-моему, завал, да, R2. То есть снимать фасочку. Вот так это дело выглядит. Оп, сейчас сфокусируется, да, вот. Снимать фасочку. То есть так пойдем, шух, попереду снимем, чтобы было у нас не острый край, а скругленный. Вот так будет выглядеть поинтереснее. Так, далее. Сверла, естественно. Сверла по металлу, друзья. Вот даже в инструкции там написано, сверла по металлу сверлится. Сверлится это, в принципе, нормально. Единственное, что вот саморез, допустим, если вы захотите вкрутить, он там, бывает, остается. И, соответственно, фрезы. Я взял на всякий случай две фрезы с подшипником, вот, с нижним подшипником. Так как у нас нет шаблона для мойки, то у нас мойка будет выполнять роль шаблона. Вот, это, конечно, немножко неправильно, и в производстве это делается по-другому. То есть под мойку делается шаблон. Шаблон приклеивается к столешнице, и по шаблону, не по мойке, уже, соответственно, фрезой с верхним подшипником, это с нижним, делается, соответственно, вырез. А здесь вот это дело все нужно будет заклеивать скотчем малярным. И чтобы понимали, да, как это все поедет, ну, я процесс покажу-то. Я не знаю, там пыльно, наверное, очень будет, получится, не получится, все подробно снимать. Ну, в общем, смысл такой, у нас подшипник поедет вот так по мойке и будет вот здесь снимать камень. То есть, прежде чем проходить вот так по мойке, нам нужно мойку зафиксировать и спозиционировать уже в правильном месте. Я, скорее всего, сделаю по пути, я тоже там ребят смотрел, я сначала, скорее всего, сделаю грязновой вырез, вот, то есть оставлю там пару, там, ну, пусть 5 миллиметров, допустим. А потом уже эти 5 миллиметров чистовую буду снимать. Вот, потом нужно будет мойку демонтировать, там, ну, все, естественно, пропылесосить, убраться. Вот, потом, соответственно, нанести силикон, обезжирить, нанести герметик, клей-герметик. И, соответственно, все это дело уже вклеивать. Есть еще одна проблема. Это мне спасибо Владимир подсказал. Прям я бы, конечно, тупанул бы, наверное, не стал бы. Точнее, я бы не стал бы так делать. В общем, друзья, вот эти мойки все, Висгауф, Вайсен, там, РМС, это мойки, они универсальные. То есть, если вы почитаете инструкцию, там написано, что эта мойка, она может как накладываться сверху, да, как вровень в плоскости со столешницей монтироваться, также подклеиваться снизу. В принципе, это да, как бы не проблема. Ну, она тут относительно ровная почти, есть тут моменты, но это ерунда. Столешницу уже будет, да, монтироваться смеситель и кнопка измельчить. И теперь у нас здесь другой вопрос. Смеситель, понятно, даже я через столешницу просверлю, смесителем здесь зажму, все окей. Кнопка измельчителя проблема. То есть нам по факту вот эта часть мешается. Я поговорил с Володей, Володя говорит, мы, говорит, вообще не паримся, мы сразу вот это дело все срезаем. То есть оставляем такой же борт, там кант 2 сантиметра, да, допустим. И вот здесь вот так это все срезаем. И спокойно здесь уже в этих местах, где хочешь, сколько хочешь, там смесители, дозаторы, кнопки измельчителей и так далее, и тому подобное, что хочешь, то и врезай. Для этого была приобретена самая дешевая болгарка в Леруа Мерлен. Я думаю, один разик она мне выдержит, поможет. Болгарка не нужна особо вообще в работе. Просто если это на поток поставится, если все как бы пройдет окей, я пойму, что можно этим заниматься на адресе, то, естественно, я приобрету уже инструмент более подходящий. Далее вырезать и отрезать столешницу. И
Тот же самый диск, Декстер, я уже пилил акриловые столешницы, делал вырезы, подгонял в размер, все окей. Естественно, все вот эти вот вырезы, да, они все равно, их нужно обрабатывать. То есть нужно будет шлифмашинкой полировать. Шлифмашинку-то я возьму у отца, то он себе покупал проводную аккумуляторную. И ВД-шка, я тоже так ребят смотрел, типа рекомендуют вот попшикать на подшипник. Вот, и чтобы здесь по скотчу легче было подшипничку идти, чтобы он как бы не цеплял его. Ну, в общем, я скажу так, друзья, в теории все классно, все легко. Вот, сейчас посмотрим, как это будет все на практике. Уже второй день вечера, 8:30. Вот, сейчас у меня задачка, я просто хочу пильнуть столешку в размер и положить ее туда, и кинуть мойку, там, примерно подразметить, что да как. Вот, поэтому сегодня так, подготовительные работы, а завтра уже с новыми силами вперед и с песней. А может и без песни, петь я не умею. Я не знаю, что сказать тебе при встрече. Не могу найти хотя бы пару слов. А не долгий вечер, а не долгий вечер. Так, друзья, буду вот такие моменты без микрофона записывать, ну, потому что, сами понимаете, пыль вот эта летит, не хочется новую вещь в пыль прям сразу вот в эту. Я потихоньку начинаю тут уже этот белеть от этой пыли, но еще норм. То есть с погружной пилой, блин, даже вот, вот эти вот все распиловочные работы позволяют делать как бы максимально чистенько. То есть вот есть пыль, да, в виде пыльца, ну, в пределах разумного. С фрезером сейчас будет поинтереснее. Значит, из интересного. А так, вырез, подварку. Та же самая процедура, друзья. Погружная пила и погнал. Можно даже лобзиком вырезать, пилки менять только, все. Допиливал обычной пилкой, она у меня подгорела не сейчас, а подгорела еще давно. То есть вот я делал вырезы до пилы. И все как бы окей. Пилится нормально, как и ДСП, как плотная-плотная ДСП, знаете. Вот, естественно, вонючая, надо в респираторе работать, я забыл купить. Значит, по правильному, по углам засверливаться нужно. Тоже как бы это рекомендация есть с этими столешницами. В общем, здесь по мойке. Я уже разметил, как она у меня будет стоять. Значит, это у меня внешняя часть, да, а это внутрянка. То есть я вот приложил мойку и засунул туда руку, и внутреннюю часть вот так карандашом щук-щук-щук-щук обвел. Все, теперь я понимаю, где у меня как бы типа чистовой рез должен пойти. Естественно, сейчас отступаю, там, ну, возьмем там сантиметр, вот, и делаем грязный вырез, и потом начинаем позиционировать уже мойку, начинаем засверливать наши вот эти вот футерки, штифты, и, соответственно, будем подприкручивать мойку, и будем поехали-погнали. Ну, это, наверное, завтра я уже буду поехали-погнали по-светлому. Вот, а сейчас, наверное, просто попробую грязновой вырез сделать и попробую хотя бы одну футерку засверлить, посмотрим, что получается. Получается красивое отверстие, я вам скажу. Так, пока ходит хорошо. Ну, немножко, конечно, боязно это делать. У меня, видите, шестерочки, нормально. В общем, с болтами проблем нет. Поближе покажу. Так, для примера, так сказать. Видите, как дюбелечек сделан, в общем, блин, офигенные. Все-таки Фишер умеет делать крепеж. Вот все элементарно просто, но вот умеет. Заразу такие.
Плохо, что цена сейчас на них не очень. Хоба. Пожалуйста. Отсюда не вылез. Не вылез, уже хорошо. И вот если вы сейчас увидите, я вообще даже фонарик не включу. Нет, не включу. То есть, блин. Ну, в общем, оно сейчас там прям конусом. То есть, когда будет болт, сюда именно болт вкручивается, будет болтик вкручиваться и будет там эту распирать. И, короче, красота будет. Вот, наверное. Ну, в общем, сейчас сверлю, попробуем мойку зафиксировать, посмотрим, как она стоит. Так, друзья, в общем, увлекся я этими мойками. Надо бросать работу. Время уже... Сколько у нас? Блин, часы не показывают, что-то. Время уже без 20:10. В общем, блин, пока все нравится. Зафиксировал, тут как бы просто, смотрите, уже можно все. Тут уже можно измельчитель ставить, она уже никуда не денется. Вот, а я еще сзади две добавлю, когда вот отхреначу часть мойки. Вот, сейчас переверну, посмотрим, что там получается. Там, может, там как бы и не то, что я хотел. Сейчас ставим так, все прямо так. Лайф в живом. Так, ну, слушайте, уже неплохо, уже, блин, можно так оставлять, наждачку тут пройти, нормально. Все, ну, в принципе, это, я думаю, не самая сложная часть работы. То есть вот у меня мойка спозиционирована, все выставлено, зафиксировано, пока временно. Завтра, вот момент, конечно, такой, блин, на чем это делать? Вот это вот, конечно, проблема. Придется какие-то коробки, систейнеры ставить, наверное, как-то буду все располагаться. Ну, в общем, то есть, понимаете, да, мне нужно, чтобы мойка, она осталась там. Потому что мойка у меня, грубо говоря, как копировальное кольцо будет, как шаблон для фрезы. И все, и вот погнали мы. Я даже завтра уже тоже все покажу. Потому что мне самому, блин, интересно, безумно. Мне очень очково и очень интересно, знаете, такой радостный мандраж. Вот, присутствует у меня. И все, как раз фреза у меня то, что надо, 25 тела фрезы. И вот так вот погоним. Вот, я больше всего переживаю за подшипник. Вот, я очень просил, чтобы мне дали фрезы с нормальным подшипником. Вот. Как будет. Вот, главное, чтобы все прошло гладенько. Все, друзья, в общем, на этом на сегодня все. Сейчас я здесь немножко приберусь. И завтра с утра приезжаю, сразу погнали, заводим фрезер и будем это все чикать, вырезать и так далее. Вот, видите, за это место я говорил, что вот здесь, да, ну то есть здесь уже некуда. Вообще у меня есть идейка, я, наверное, заказчику все-таки предложу укоротить немного стоящую. В общем, здесь было бы классно, если бы просто был смесак и все. Но кнопку измельчителя сюда я не поставлю, то есть все равно надо вырезать там что-то. Ну, какое-то окно там и так далее. Я вот так вот срежу, вот оставлю, видите, я там уже футерки зафигачил. Вот так срежу, и все, и мне будет здесь нормальное место ее подзакрепить, и как бы все окей. Ну, по крайней мере, вот ребята, которые занимаются столешниками, говорят, мы так всегда делаем с этими мойками, потому что эти мойки универсальные. То есть они не предназначены конкретно для монтажа, для подстольного монтажа, скажем так. А есть мойки, которые конкретно для подстольного монтажа. Вот я вам рекомендую покупать именно такие мойки. Вот. И там монтаж, как бы, скажем так, ну не то чтобы поправильнее будет, ну чуть-чуть может быть правильнее. Потому что там нет лишнего ничего. Там мойка конкретно предназначена для подвклейки снизу. Ну, в общем, я переживал за вот эти вот пластины, думаю, как они будут держать. Держат они вообще офигенно. Блин, еще плюс вот этот клей герметик. Да, точно, я вот все время у ребят спрашиваю, говорю, как мойки держатся. Говорит, вообще, просто не оторвать потом. И как бы я реально уже понимаю, что пока что только на креплениях, и то не на всех, и уже держится классно. А, друзья, поверьте, даже силиконовый герметик, блин, когда он застывает, вот деталь к детали, это потом очень сложно оторвать, потому что даже силикон клеит просто пипец. Я, кстати, не знаю, чем отличается у нас, ну, вот именно, ну, клей герметик, кристально чистый. Что в нем клей герметичного,
Я так и не пойму. Ну, чем он, в смысле, отличается от просто силиконового герметика? В общем, завтра посмотрим, откроем, попробуем, понюхаем и будем клеить. Бабам. Вот так, пока грязный вырез выглядит. Все, ладно, друзья, на сегодня все, закругляемся, поэтому всем пока, всем до завтра, с утра увидимся. Так, ребят, в общем, я говорил, что у меня есть желание столеху обрезать, сделать его не 600, а меньше. Вот смотрите, во-первых, у нас вот здесь как бы торчит столешница, но это всегда, конечно, всегда такое. Вот, но плюс у нас нет ручек, да, у нас интегрированная ручка, почему бы как бы не уменьшить это дело? Просто смотрите, вот я вам сейчас покажу, вот здесь... Очень неудобно браться, вообще нереально. Еще просто то, что острый край, вообще капец как неудобно. Я, конечно, сейчас отправлю видео заказчику, вот, это уже пусть заказчик решает, как бы надо, я укорочу ее по длине, ой, по ширине. То есть сделаю, допустим, там, ну, сейчас высчитаю какой-нибудь там 58 там, и 5, допустим, чтобы был у нас как бы нахлестик, да, ну, по-любому его нужно делать, чтобы мы фасады сверху не видели. Вот, ну хотя бы как-то там вот так вот, что ли, чтобы это было, да, примерно. Вот, чтобы этим можно было пользоваться удобно. Если нет, ну тогда в любом случае нужно будет снимать, сделать закругление и сверху, и спереди, как бы и снизу. Вот, но здесь прямо оно ну, нереально острое вообще. Вот, сверху мы уже обговорили, буду делать. А вот с этой стороны по любасу. Неудобно вообще посудомойку, неудобно открывать. Вот, острое сильно. Ну, в общем, ладно, все, друзья, всем пока, короче, до завтра, завтра увидимся. Итак, друзья, продолжаю заниматься со столешницей, значит, вчера заказчику отправил видео, да, то, что нахлёст столешницы сильно большой получается и неудобно пользоваться. Вот, поэтому заказчик говорит, давайте упиливать и давайте делать закругление с двух сторон, то есть снимать вот этот вот острый край. В общем, я решил снять сантиметр, больше нет смысла, два снимать уже будет... Во-первых, уже фасады, ну, как бы, выходят за пределы столешницы, как бы, не очень, мне кажется, прикольно будет. Поэтому 1 сантиметр уже будет вполне себе нормально. Ну, и плюс, как бы, уменьшаем столешницу, у нас все сдвигается, получается, мойка и смеситель уже будет ближе к стене, там, керамогранит, опять будут проблемы со смесителем, там, и там, так далее, тому подобное. Но так пользоваться, как бы, вообще нереально. Вот, друзья, это я к чему? Это вы понимаете, да, что вот эти вот столешницы леруашные, готовые, с ними работы, ну, просто нереально много, вообще нереально. Вот, казалось бы, просто прямая, да, кухня и прямая столешница, чего может быть проще, отпилил, положил. Но не тут-то было. Вот я уже вот снимаю ее, наверное, какой там, третий либо четвертый раз, а она как бы совсем не легенькая, я вам скажу. Ну, как бы, ладно, пилим. Так, значит, столеху закинул. Вот теперь вообще другое дело, ребят. Вообще другое дело. Короче, нормуль. Еще сейчас сделаю здесь, сниму вот это острие и здесь. И будет огонь. Уже, в принципе, уже нормально пользоваться. Всего лишь 1 сантиметр. Ну, как я и говорил, это приведет к некоторым моментам. То есть здесь у нас, да, ну, варка будет еще сюда налегать. В принципе, здесь место нормально останется. Здесь, в принципе, проходит. Единственное, что у нас ящик, конечно, не пройдет. Вот, с ним надо что-то думать будет. Ну, в общем, блин, нюансов, короче, много очень. С этими столехами не умеют проектировать там, и так далее, и тому подобное. В общем, продолжаем пилить. Теперь самое интересное будет. Только прячешь взгляд свои счастливые глаз. И опять напрасно. И опять напрасно. Собираюсь я все рассказать сейчас. И опять напрасно. И опять напрасно. Собираюсь все сказать сейчас. И снова считая ночь, и только ей доверяю я. Знаешь, считая ночь, ты все мои тайны. Но даже и ты помочь не можешь, и темно.
друзья, в общем, смотрите, начал я потихонечку это фрезеровать, все пока окей, то есть вот у меня радиус уже начинает здесь повторяться, все норм, но, естественно, это нужно будет полировать. Вот я, кстати, брал фрезу, видите, зуб скошенный немножко, так она как бы почище режет. Вот, ну, потом тоже еще поделюсь впечатлениями. Ну, здесь есть какие-то бугорки, но это ерунда. Это все полирнем. В общем, видите, да? Короче, я не стал цеплять пылеудаление. От него как бы толку особо много не будет. Все, в принципе, сыпется вот сюда, в мойку. Вот, это вся ересь. Вот, и оно будет мешаться. Сейчас здесь шланг зацепится, начнет фрезер дергать, поэтому... Лучше так, лучше потом я попылесошу нормально. Сейчас шланг кину сюда, пусть что-нибудь затягивает. В общем, погнали дальше. Так, ну все, в общем... В общем, друзья, работа эта пыльная вообще капец. Ну, я не сказал бы, что прям вообще трешак летит. Мелкая пыльца, в принципе, не летит, потому что ножи срезают, видите, такими лохмотьями крупными. Вот, короче, нормуль. Распиратор купил, потому что вонючая зараза просто. Ну, как эпоксидка, вот этот акрил, короче, ну, воняет прям. Она такая не очень приятная на запах, скажем так. Ну, в общем, пока процесс идет, сейчас продолжаем дальше. Так, я вам сейчас покажу обстановку на адресе. Вот, видим, да? Друзья, я сразу говорю, если нет места в квартире, даже не думайте об этом. Я в описании под видео оставлю, они у меня, в принципе, всегда там есть контакты, Владимира, который занимается изготовлением столешниц. Вот, и я у него прям узнаю, сколько бы у него вышла эта столешница, то есть уже готовая, с подклеенной мойкой и привезенная вам на адрес и установленная. Вот, и сами потом подумайте, стоит вот этого всего, либо нет. Так, друзья, ну что, смотрим. Значит, вот так все это дело выглядит сейчас. Видим, да, вот такие вот ребрышки есть. Это мы будем все убирать шлифмашинкой. Но я сейчас еще разочек вот так по кругу пройду фрезой. Чистенький рез, все окей, даже скола нет, но все равно мы будем здесь закругление делать. Но рез чистенький, очень даже достойно выглядит. Короче, скажу так, скотч малярный, вот как я и смотрел ребят там на ютубе. В общем, скотч мешается, реально мешается очень. Вот у меня пленка защитная есть, как бы нормально, можно его не клеить, скотч. Вот, а вообще по-хорошему лучше скотч клеить на само основание фрезера, то есть вот сюда. Скотч бахнули и как бы нормально. Вот, все пойдет. Ну, грязная очень работа, но сейчас еще разочек пройдем. И потом попробуем снять мойку, в общем, полирнуть все это дело, снять фасочку и будем мойку уже наконец-таки вклеивать, надо уже вклеивать ее. Единственное, что
мойка. Блин, у нас изначально, представляете, вообще 600 мойка была. Это 50 на 50, а та 600 должна была быть. Вот, и здесь вот эти крепежи, которые я там прикручивал, они будут мешаться стоевым. Вот, это, конечно, блин, не есть хорошо, но сейчас, может быть, я их как-нибудь там укорочу или еще что-нибудь придумаю, или шайбы туда поставлю. Вот, неохота шкаф, конечно, блин, еще шкаф пилить под эти крепления. Вот, как-то так, в общем. Так, друзья, вырезы я сделал для смесака и кнопки измельчителя, да, теперь можно прям наглядно понять, почему я срезал вот эту часть. Плюс, соответственно, у нас здесь было бы крыло, да, а здесь я прям поддавливаю конкретно на край мойки, то есть для жесткости конструкции. Это, кстати, вчера с Андрюхой разговаривал, вот, Андрей, спасибо тебе большое, прям подкинул мне идейку тоже правильную. Поэтому вот эту вот хреновину лучше всегда срезать. И все мойки, которые подствольного монтажа, у них нет вот этого постамента для установки смесителя. У них вот такая каемочка идет, и все. То есть вот так это дело будет выглядеть. Крепежи, значит, момент такой. Так как я там сделал прям строго, да, по подшипнику, то есть мойка спозиционирована сейчас. И нужно, когда я уже буду чистовой это все делать, также мойку положить ровненько, чтобы не было никаких смещений. Я отметки, конечно, сделал. Но отметки, как бы, дело такое, может когда-нибудь убежать. Поэтому я, чтобы перестраховаться, чтобы у меня мойка, вот как она сейчас есть, точно так же она прям миллиметр в миллиметр улеглась. Я, соответственно, приклеил, ну это шины, да, знаете, бац, бац, бац. Все, у меня уже есть строгое позиционирование. Я мойку просто хлобысь туда, и она у меня четко, ровненько стоит. Собственно говоря, для этого я покупал этот клей. Но вообще, этот клей я еще использую для склейки карнизов. Вот титан, вообще классный клей, двухкомпонентный. Но такой он прям, одна попытка. Вот, а потом я вот эти штуки просто их выдерну, и все, они уже не нужны будут, когда я, соответственно, сделаю фиксацию. Ну, естественно, самое опасное, это если фреза будет какая-то некачественная, да, то может заклинить подшипник. Заклинивает подшипник и кирдык вашей мойки. Вот, поэтому обклеивал я скотчем, вы видели, то есть все, моечка у нас в сохранном состоянии, все окей. Все, сейчас я, значит, полирую вот этот торец. И будем ее вклеивать, фиксировать. Так, друзья, промежуточный этап. В общем, вот что у нас получается. Ну, прямо уже прям красиво. Вот, как будто бы это не я делал. Вот, ну вот цвет истинной столешницы, да, видим. И вот антарец. То есть вот, ну, полировать. В общем, смотрите. 80-ка. Потом 220-ю я брал и 320-ю брал. В принципе, вполне достаточно. Ну, вот, можно еще войлоком бахнуть. Хуже не будет точно. Так, друзья, теперь, чтобы у нас это все было еще и красиво, вот, нам надо снять фасочку. Я приобрел фрезу R2 скругление. Вот, сейчас надо посмотреть. Чуть-чуть. Ну, в общем, берем подопытного, да, кусочек. И сейчас смотрим, что получается. Я вроде думаю, отлично, друзья. Я надеюсь, сейчас вам передаст эта картинка. Так, вот смотрите, вот так у нас вот просто острый, да, ну вообще как прям острый-острый. А вот скругление пошло. Такое маленькое, аккуратненькое, его сильно не видно. И вот здесь вот я поверну там тоже в одну сторону. Так, сейчас. Вот. Ну, я думаю, норм, да? То есть вот такой вот радиус пойдет. Что-то оно у меня здесь как-то криво идет, непонятно. Ну, скорее всего, фрезер просто я неровно держу. Ну, в общем, нормуль. Я думаю, вот это то, что надо.
Так, друзья, ну дальше процедура, соответственно, вклеивания самомойки и ее фиксации. Вот сейчас посмотрим, что это за клей у нас. Естественно, поверхности нужно очистить и обезжирить, чтобы все было как положено. В общем, я думаю, если это делать как бы, ну, на потоке, скажем так, да, то есть, ну, хотя бы там раз в месяц, то можно уже какую-то схему отработать, вот, и, соответственно, заниматься. Но опять же, друзья, говорю, что нужно очень много места для работы, потому что, ну, если в квартире, там, извините, где-нибудь там в маленьком помещении этим заниматься, ну, это нереально. Вот, ее тогда проще куда-то на производство везти, а еще проще вообще заказать столешницу. Слушайте, запаха нету, вообще никакого. Как будто, знаете, очень густой силикон, но запах что-то как клей. Мне просто очень интересно, как он убирается. Ну, густой прям нереально, очень тяжело давится. Так, ну вроде промазал хорошо, я думаю, этого будет вполне достаточно нам. В общем, все равно лучше проверять свесы туда-сюда. Единственное, что не дочитал, как этот клей убирать и чем его лучше убирать. То есть сейчас будет прикол, я сейчас мойку всю загажу. Будет неприятная ситуация. Самое страшное позади. Вот так выглядит все это дело. Ну, как бы, очень даже таки неплохо. В общем, здесь прям огонь. Так, надо вот здесь клей этот. Ну, я скажу, будет держаться по-любому. Блин, этот клей герметик, он такой густой. Он сразу приклеивает. Мне чем-то напоминает, знаете, титан клей. Вот. Только этот вообще, он как бы такой не вонючий. Склеивает и герметизирует. Ну, в общем, вот это, да, вот этим можно подклеивать мойки, будет огонь. Так, ну теперь самое интересное сейчас, это, блин, вот эти вот крепежи мои теперь, которые будут там мешаться мне везде. Придется под них сейчас делать там вот. Ну, сейчас я фрезеровочки, наверное, сделаю, где все коронкой выберу. В общем, продолжаем. Друзья, также у нас будет на острове точно такая же столешница акриловая. Значит, здесь я уже снял фасочку. Вот, все, здесь теперь скругленненько, все как бы тактильно приятно. И у нас есть вот такая нога. Ногу не знаю, где заказывали, выглядит хорошо, качественно. Соответственно, отметил, где она у меня есть. И буду засверливаться здесь пятеркой. Сверлом и вот такие шурупы пятерочку вкручивать, и еще мазану нашим вот этим клей-герметиком. Получается вот такие красивые отверстия. Вот там, кстати, я на пятерочку там прикрутил шкафы, здесь немножко подвклеил. Вот, ну, потому что туговато, конечно, вот это все крутится, сверлится. Я даже видел, что камешки некоторые, они просто к столам подприклеивают столешницу. Ну, соответственно, если это там какой-нибудь кварц, да, который тонкий, столешницы. Если мы говорим закрыл, то там обычно подложка идет из МДФ либо фанеры. Вот, все, приклеиваем. Потом, соответственно, делаю, кромочку снимаю, соответственно, с той стороны. И как бы все окей. Так, что да, друзья, в общем, момент по поводу варочной панели, не помню, говорил или не говорил, уже голова кругом. Из-за ящик у нас не влазит под варочную панель. И, конечно, заказчик теперь переживает, потому что этот ящик должен был использоваться под ложки винтеля, самый ходовой ящик. В общем, заказчик, я предупредил, говорю, так и так, можно компоновку поменять ящиков.
В общем, либо вот эти два ящика мы ставим вот сюда, сюда один большой. Короче, сюда по-любому ставить один большой ящик, как ни крути. Потому что иначе варка просто не проходит. И остров, заказчик говорит, может быть, есть вариант остров перекрутить все-таки. Пусть он в сторону кухни смотрит, чтобы вот здесь, в этом ящике, хранить ложки и вилки. Вот, ну я как бы попробую сейчас это все сделать. Понятное дело, что когда ты уже поставил все, уже выставлено в уровень, закреплено. Конечно же, мало очень желания опять все это демонтировать. Ну, как бы, куда деваться? Вот Леруа напроектируют, человека не предупреждают, вот, а все эти вот проблемы ложатся вот на вас, на нас, на сборщиков. Вот. Ну, как бы, куда деваться? Я тоже прекрасно понимаю человека, что нужно, да, кухней пользоваться, чтобы это было удобно. Как бы, заморочились люди с той столешницей акриловой, там, с такой компоновкой шкафов, чтобы там линии вот те же сохранить, да, они не будут сохранены. В общем, здесь вариантов у нас, в принципе, несколько есть. Либо компоновку ящиков меняем, оставляем все так. Либо перекручиваем остров, да, вот как последний мы договорились с заказчиком, и туда ставим два ящика. Либо самый третий вариант, все оставить как есть, просто вот этот ящик вообще мы вверх не выкидываем, ставим просто туда фальш. Вот, но это как бы мы теряем ящик, теряем место для хранения. Поэтому буду сейчас остров перекручивать. Здесь у нас будет два ящика. Ну, в общем, посмотрите, как это все потом по итогу выглядит. Возникнет вопрос, что за фрезы я купил. В общем, я хотел купить по камню прям фрезы. Вот, но по камню с нижним подшипником не было в том магазине, где я покупаю. Я хотел заказать прям такую специальную, там чуть ли не по кварцу, по-моему, фрезу. Там какой-то ценник, во-первых, конский, во-вторых, по наличию мало где что было. В общем, так получилось, что я узнал, что у нас акриловая столеха будет только буквально там за пару дней до монтажа. Вот, и, соответственно, купил фрезы. Это обычная фреза по ДСП и МДФ. То есть, вот можете посмотреть, вот я ей делал. Все окей, ножи окей. Я единственное делал не на полностью, не на всех оборотах. Четверка, это сейчас скажу сколько. Четверка это 17 тысяч оборотов. Вот, эта фреза у нас может работать на 24 тысячах. Но я побоялся больше за подшипник. Подшипник все окей, вообще без каких-либо видимых признаков, так сказать. И, соответственно, я еще там у ребят подглядел, они ВД-шкой. Я ВД-шкой попшикал сам подшипник. И знаете, что ВД-шка нормальная? Вот пшикаешь вот эти места, допустим, да, там даже скотчем вы поклеили, и по ней лучше скользит, то есть не тянешь фрезер. Вот здесь вот пленка защитная. Кстати, вот если вам попадется такая столеха защитной пленки, то пленку лучше потом снимать, потому что, видите, все равно проезжает фрезер. Это, конечно, все можно заполировать, ну как бы зачем лишнее время тратить. Вот, а пленочку снимаем, у нас здесь все чинно и благородно. Вот как бы такие моментики. Сейчас я, друзья, все допилю, доустановлю и потом уже, наверное, сделаем обзор, потому что, в принципе, больше здесь особо нечего показывать. И так у нас уже видео, я так понимаю, затянулось надолго. Ну, друзья, очень, конечно, мне понравилось работать. Мне понравилась вот подклеенная мойка, да, это выглядит вообще классно. Вот, единственное, что, ну, очень много пыли, капец как. Вот, и такое, ну, понимаете, да, мероприятие пыльное. Поэтому, друзья, еще раз вот вам говорю, если вы готовы вот к такому в вашей квартире, то да, можно. Но опять же, посмотрите, сколько у меня места, да. Здесь место, вот, пожалуйста, можно разложиться спокойно, спокойно работать. Ничего не мешается, вот. В таких условиях еще можно это делать. Если у вас маленькая квартирка, места совсем нет, но, друзья, извините, тут одной этой столешницы не натаскаешься. Но они нереально тяжелые, очень тяжелые столешницы. Я не знаю, сколько она весит. Ну, блин, такое ощущение, что вот 2,40 столеха весит, ну, наверное, килограмм, блин, 50, наверное, точно весит. Друзья, в общем, дело подключать измельчитель, но, думаю, ну, у меня все готово, вот все уже основание прикручено. Я уже его подключил. Значит, включаю. И что-то заглядываю, думаю, потечет, не потечет, и я вижу, что щель вот между измельчителем и мойкой, и зазор. А у меня, кажется, вот, смотрите, на чем держится весь измельчитель. Блин, столько, смотрите, железяка, да, все мощно там. А измельчитель держится на двух вот этих пластмассках, то есть вот такой принцип. И здесь еще резинка уплотнителя, то есть, которая поджимается, когда измельчитель затягиваешь, вот это вот кольцо. Вот это, здесь вот эта резинка, вот, и это вот так вот все как бы работает. Блин, естественно, после первого включения мне просто, вот я ее сейчас приклеил, просто отвалилось. Блин, я первый раз вообще такое шло вижу. Так вот вам сразу фирма. Вообще, просто капец. Ну как может измельчитель держаться на двух вот этих ушах? Вот раз,
и 2, то есть все, то есть вот я снимаю, больше ни за что не держится. Блин, жесть какая-то, вообще не правильно. Короче, какое-то фуфло, ребят, не покупайте. Итак, дорогие друзья, все, завершил я проект кухни, ну практически, фасады к нам не доехали, фасады, оказывается, приедут только завтра. Вот такой момент, вот из-за трех фасадов, блин, опять висяк. Вот, ну тут, конечно, еще измельчитель подвел, в общем, измельчитель, друзья, трешовый, вообще не рекомендую брать, я вообще, честно говоря, сразу за измельчитель. Я вообще не понимаю, как можно было так придумать. Такую конструкцию, жесткую крепление к мойке вот этой основания, да, так скажем. И два писюнчика, которые держат пластиковых, держат весь измельчитель. Это трэш, ну просто, это хорошо, что он сейчас отвалился. Это он не отвалился, ну как бы одна отвалилась, он его перекосило. А если бы в процессе люди бы там, ну, готовили что-то, да, туда мусор бросали, представляете, труха бы, все улетело бы, упало бы, это пипец был бы. Короче, измельчитель труха вообще полная. Хотя бы, друзья, есть фирма Борт. Нормальные, в принципе, неплохие измельчители частенько попадаются. Вот, вот уж лучше их покупать. Поэтому сейчас там стоит временно сифон. Так, погнали. Сначала обзорчик небольшой. Итак, у нас здесь две колонны. Высота общая 2,50. То есть у нас есть одна колонна, которая 215, будем говорить округленно. Плюс опора 10 сантиметров, то есть получается 225. И, соответственно, накидываем еще сверху 25-й антресоль, получается 250 сантиметров у нас. Все это есть. Здесь у нас расположился холодильник. Холодильник, как он, Манфилд. Кстати, нормальные холодосы у Манфилд делаются. Смотрите, сразу по холодильнику вопросы постоянно. Друзья, я говорю, достаточно 90 градусов, чтобы открывался нормальный холодильник, им нормально пользоваться. Вот. У нас уперлась дверь в стену. Все, вот, допустим, лоточек. Я его как бы без проблем вообще вытаскиваю и обратно затаскиваю. То есть никаких проблем нет. Аналогично с морозилкой будет то же самое. Но морозилка у нас здесь нет стены, здесь нечего мешаться. То есть все открывается, проблем никаких. Как я и говорил, в идеале, как минимум сюда торец панели, как максимум добор. Добор здесь, и там раскидываем по сторонам, и получается вообще нормуль. Вот. Опять же говорю, фасады очень толстые, вот эти, им нужно там, расстояние, нужно место. Далее идем. У нас духовой шкаф Весгауф. Ну, духовка такая прям простенькая, просто три крутилочки. А СВЧ вот хорошая, прикольная, огромная СВЧ, клевая. Вообще, я говорю, вот такие откидные вниз. Я видел только у Bosch, но чаще всего я видел такие откидные вниз, это у IKEA. Для IKEA, по-моему, делал Electrolux, вот СВЧ такие. В общем, нормуль, классно, все окей. Вот, и, ну, зазор, друзья, снизу, я с ним ничего не могу поделать, понимаете. Я могу ниже опустить духовку, тогда здесь будет дыра. И я, если я еще ниже опущу тогда СВЧ, тогда здесь будет дыра. Вот, понимаете, потому что я начинаю выставлять, когда у меня такая компоновка, отсюда. То есть я вешаю фасад, и отсюда я уже выставляю микроволновку, чтобы здесь был зазор, потому что он вот он перед глазами. Не надо вот так здесь смотреть на этот зазор, правильно? Вот. Потому что здесь перед глазами, я здесь выставляю зазор, здесь выставляю зазор, снизу все, что остается. Иногда там остается минимум, потому что техника нормальная, да, максимум. Вот Весгауф, смотрите, вот одна техника, духовка, она толще, она выпирает больше, чем СВЧ. Далее идем. У нас варка, три конфорки, узкая, 45-я. Все подключено, все работает, все установлено. Так, надо мне сейчас включить питание, по-моему. Да. Все, это здесь есть. Все окей, все работает. Блин, все вытирал, друзья, но пыль все равно покрывается. Так, дальше идем. Весь верх у нас София, весь на пушах. Вот, вытяжка, трубу вывел, к вентиляции не подключал, здесь как бы все штатненько. Вот сама вытяжка у нас также Весгауф, ну подсветка такая себе, я имею в виду температура света, да, ну, не сильно яркая. Вот, в общем, нормально пойдет, работать будет в режиме рециркуляции, то есть через угольный фильтр.
Здесь следом у нас сороковочка, соответственно, для симметрии с низом. И далее у нас две шестидесятки вот так распашные. Соответственно, сушка для посуды. Все как бы окей, все удобно. Вот здесь посудомойка, пожалуйста, открыл. Достал посуду, положил. Вообще, ну просто кайф. Можно там сюда положить посуду, потом сюда перекладывать. Ну, в общем, тут место навалом. Целый вагон и маленькая тележка. Вот это колено, если вы видите, по-любому вы это видите. Это у нас, соответственно, там штатная вент-шахта, вент-канал. И я просто вывел наверх, поставил там такой грибочек, сеточку. То есть, чтобы у нас оставалась естественная вентиляция. Задача от заказчика подключать вытяжку к вентиляции не было. То есть, друзья, я эти все моменты, это я не от себя что-то придумал. Вот мне ставит заказчик задачу. Говорит, хочу вытяжку вот так, подключать не надо к вентиляции. Ну и мне надо, чтобы естественная вентиляция сохранилась. Говорю, окей, делаем. Бывают люди другие, говорят, а мне надо и туда подключить, и естественную оставить. Я смотрю, если есть техническая возможность, вообще без проблем. Либо другие говорят, мне нужно без всяких там естественных вентиляций туда подключить, потому что я жарю рыбу, и надо, чтобы соседи нюхали всю мою приготовленную пищу. Вот как-то так. Поэтому это все уже зависит конкретно от вас. Так, погнали дальше. По низу. Здесь выдвижные механизмы, фасады Токио, друзья, мне понравились, ну классная новинка, да, что-то новенькое от Леруа Мерлен, молодцы, что не стоят на месте, я только рад, я только, блин, двумя руками за, красавчики, друзья, развивайтесь, делайте круче, чем, блин, у заказников, делайте круче, чем в IKEA, я только за, только, блин, хуже, пожалуйста, не делайте, подтяните хреновое качество некоторых моментов и доработок, общайтесь там с этими сборщиками, там, с официалами пообщайтесь, там, с частниками пообщайтесь. Я думаю, знаете, где частников найти. Вот, пообщаться со всеми и понять, куда двигаться дальше. Лоточек, друзья, бамбуковый. Вот он, смотрите, красотища просто. Вот так вот раз, и он здесь на месте. Все, не надо ничего с ним делать. Выдвижные сороковочки, все, красота. Да, единственное, конечно, мы линию здесь не сохранили. Хотели сохранить здесь линию, то есть два маленьких, два средних, два больших. Ну, друзья, варочная панель, но она здесь торчит просто капец. Вот она прям, ну, я показывал, она там, по-моему, 5,5, где провод вообще 7 сантиметров, то есть вообще не вариант. Никакие туда маленькие ящики. Посудомойка, Весгауф, все... Все окей, в принципе, как и все посудомойки, как и Манфилд, как и Медея и все остальное, они все однотипные, друзья, все с одной бочки. Просто свой шильдик и может быть там какое-то свое программное обеспечение, в чем я сомневаюсь. Остров. Остров, значит, мы все-таки перевернули. В общем, как я и говорил, вот эта тема с ящиком, потому что я понимаю, заказчик здесь хотел хранить ложки-вилки в маленьком ящике. Вот, а вот здесь ящики у нас должны были смотреть сюда. В общем, у заказчика было просто, ну, говорит, просто ящики, что-нибудь хранить, то, что не нужно для кухни. Вот, но так как у нас вот эта компоновка вот так не получилась изначально, то заказчик говорит, если есть вариант, перекрутите ящик. Ну, блин, вариант, конечно же, есть, но куда деваться, да. Тем более, ладно, если бы панелей накладных не было, я же его прикрутил к стене шкаф. Он у меня в четырех точках засверлен и прикручен к стене. То есть его не просто перекрутил и все. Его надо открутить, переставить панели местами, перекрутить по новой. Короче, ну все равно работа. То есть, ну, грубо говоря, демонтаж-монтаж. Но, естественно, я это уже не считаю. Вот. Хотя, ну это ладно уже. Все, теперь у нас здесь выдвижные механизмы. Здесь то же самое, лоточки. И здесь у нас, ну это я сейчас вам поближе покажу. Два маленьких, два средних. Столешницы, друзья, столешницы, ну, слушайте, классные, наверное, столешницы. Сейчас я вам скажу, сколько это все стоит. Так, я взял макулатуру, значит, друзья, вот вы меня часто просите, сразу то видео вспоминаю, когда вы меня часто спрашиваете. Вот смотрите, допустим, вот мы берем проект, да, вот который мне заказчик дал, вот с раскладкой. Здесь вот в проекте вообще, допустим, здесь столешница HPL была, компакт-плита. То есть то, что в проекте, иногда оно не, ну, не актуально. Я даже поэтому цены не называю, потому что там сначала одно стоит, потом по факту другое. Но вот у нас есть, когда доставку привозят, вот есть вот эта вот штуковина. Значит, смотрите, я вам сейчас все расскажу. Вот, давайте посмотрим сейчас, сколько стоит Токио фасад, хотя бы один найдем.
Вот этот фасад, вот такой, да, 60 на 77, стоит 1778 рублей штучка. Ну, нормальная цена вообще, мне кажется. Один лист столешницы 240 на 60 стоит, так, 36 224. Две столешницы, ну, короче, скажу округленно, 73 тысячи стоит. Вот, раз, два, 73 тысячи, пожалуйста. И здесь вопрос, стоит ли покупать эту столешницу в Леруа Мерлен и работать с ней, потому что бесплатно с ней работать никто не будет. Чтобы сейчас никто там не упал со стула, вот, сначала узнайте, сколько стоит монтаж столешницы в Леруа Мерлен. Вот. А теперь, что касается столешницы. Итак, работа со столешницами, у нас получается укладка столешницы, то есть подгон в размер. Вот эта вот фрезеровочка, то есть с этой стороны, вот с трех сторон, с лицевой, с трех сторон, с внутренней стороны, то есть все вот эти вот скругления сделать. Здесь сделать скругление. Вот эту я упилил по глубине столешницу, то есть вот установка двух этих столешниц 8000 рублей. Вообще, я считаю, 2000 рублей метр столешницы уложить. Вот эти вот фаски, вообще, по-хорошему, их нужно считать как бы отдельно. Это отдельная вообще работа. То есть, вот, есть столешница, укладываем вот как есть. Ну, уже как бы ладно. Это, можно сказать, такой первый мой большой проект с акриловыми столешницами. Там были еще парочку там угловых. Ну, как бы там не считается, там просто одно соединение, все. Далее. Погнали, вырез, варочная панель, 4000 рублей. Вырез и, соответственно, оклейка его алюминиевым скотчем. 4000 рублей вырез. Дорого, недорого, друзья, не знаю. Я дешевле не хочу, честно, я не хочу дешевле их делать, вообще трогать эти столешницы. Ребят, я весь в пыли был. Одно неловкое движение, 36 тысяч рублей. Вот, поэтому работа довольно-таки кропотливая с ними, очень аккуратно нужно. Они очень тяжелые столешницы, поэтому как бы цена есть. Далее, мойка подствольного монтажа, то есть мойка, которая вклеивается снизу. Я думаю, процесс работы, я там корректно все заснял, я думаю, вы уже посмотрели, как это все происходило, вот, и сами можете оценить эту работу. Вот, вообще в Леруа, насколько я знаю, то это не в Москве, я с ребятами общаюсь с разных регионов. Под вклейка мойки, которая была куплена в Леруа, по-моему, 10500, не в Леруа, 11500, но это с HPL, я знаю. С акрилом не знаю цены. Вот. И у меня в прайсе есть ценник от 12 до 17 тысяч рублей. Мойка подстольного монтажа. Данная мойка получилась у нас 15 тысяч рублей. Я хотел по минималке посчитать 12, но, блин, то, что ее там пилить пришлось, ну это капец. В общем, 15 тысяч рублей. Получается, работа по столешницам у нас 27 тысяч рублей. Вот, вот прибавляем. У нас получается, сколько я там говорил, блин, 73 плюс 27. О, как раз 100 тысяч ровно. Ровно 100 тысяч получается, две столешницы у вас под ключ. И вот теперь подумайте, надо оно вам это, либо не надо. Вот, а я напишу Владимиру, и сейчас постараюсь вставить где-нибудь здесь, либо там напишу, сколько бы у Владимира стоила бы такая столешница. Только она была бы не 2 сантиметра, а была бы 4. Ну, естественно, там имитация идет толстой, но все-таки 4-сантиметровая столешница вот таких размеров у Владимира стоила бы вот где-то здесь, должно быть сейчас написано. Вот, и, соответственно, делайте выводы, стоит оно того, либо нет. Камень этот, я не знаю, что за камень, кто его делает и так далее. Вот, я только могу вам, так, я могу вам показать вот так его артикул, а там можете сами вот погуглить, посмотреть название, почитать характеристики, где оно сделано. Вот, на столе, что искусственный камень, вот видите, почти 73 тысячи. Вот, и как бы сами там, кто разбирается, скажете, хороший это камень, либо нет. В общем, это что касается столешницы. Далее, что касается самой сборки кухни. У нас есть кухня, есть столешница. Вот так и бывает, отдельно все считается. Касаемо сборки кухни, 35-100. Вот, все как бы просто. Если бы у нас была леруашная столешница, в принципе, сборка была бы там, ну,
что-то там порядка 38 тысяч. Ну, то есть там у нас бы просто бы было бы чуть по-другому, считалась бы установка подключения варки и установка подключения мойки со смесителем. Вот, а так, в принципе, все то же самое было бы. Вот, такой, друзья, порядок цен. Значит, я еще расходников набрал на 7600. Вот, это что расходники те, которые оплачивает заказчик. То есть там всякий крепеж, там силикончик, где-то там силикончик мне не нужен здесь был. Силикона я не брал. В общем, гибкая подводка, туда уголки, там что-то по канализации, сифон для измельчителя, который вот он лежит уже там готовый. Ну, в общем, такое по мелочи, какие-то саморезики, болтики, шурупчики для той же мойки, потому что человек взял крепление для подствольного монтажа, но там сами крепления ничего, а вот эти болты, фигня полная, я фишеровские вкрутил, блин, вот такие вот офигенные, друзья, рекомендую. Вот, короче, 7600 по чеку. Так, значит, вот смотрите, я сказал вам 27 тысяч работа по столешницам, но 27 тысяч из них, короче, я потратил на диск пильный, фрезы, соответственно, мойку делать, и фрезы окантовку снимать и клей. Вот, 5 тысяч рублей, то есть это мои расходы, которые, естественно, заказчик не оплачивает. Вот, получается, работа со столешницами 22 тысячи рублей. Работы, в принципе, если по отработанной схеме работать, если есть место, ну так, не торопясь, там полдня можно это все организовать. Вот. Плюс там где-то я еще там полирнул эту столешницу там, и так далее, потому что они, кстати, царапаются очень сильно. Вот. Но есть огромный плюс, что их можно шлифовать, полировать несколько, там, да много раз, короче, полируй сколько хочешь, пока не сотрется. Вот. Это все, что касается у нас работы. А, и такое общее, значит, общее с чеками, со всеми делами 69600 получилось. Так, значит, теперь сейчас еще поближе чуть покажу. Ну, в общем, я постараюсь через пару дней сюда заехать, вот, доставить вот эти три фасада, чтобы у нас как бы уже полная картинка была. В принципе, здесь, я думаю, вы все видели, мойка, вот она, красавица. Вообще, я прям... Ну, короче, друзья, я очень горд сам собой, да, как бы это сказать, ну, блин, у меня получилось, круто, классно вообще, я прям супер, я переживал очень сильно. У меня были, блин, сомнения, что мойку можно укосячить, там, столеху укосячить, как бы я уже думал, хрен бы с этой мойкой, главное, чтобы столешница, все прошло, все красиво было. Все прошло, все красиво, мне вот все нравится, классно, заказчику, естественно, тоже. Вот, уже люди посмотрели. Здесь так вот фасочку снял. Здесь красота. Здесь заморочился, короче, ну, пробовал, как она снимает. И здесь снял, короче, чуть-чуть, чтобы острия не было. Вот здесь все снято. То есть вот как бы она идет. Вот она жих. И снизу, соответственно, тоже. И теперь нормально так пальчики сюда залазят. Все, и ты открываешь спокойно себе все. Вот. Даже если у вас маникюр, как бы вот так вы будете бочком открывать. Ну, в общем, нормуль. Нормуль, друзья. Столеха. Вот варку, конечно, бы еще в плоскость, эти визгалфы торчащие, но варку в плоскость это вообще замороченная история. Вот, там тоже свои есть приколы с этими варками в плоскости, нужна именно специальная варка. В принципе, так же, как и мойки, друзья, вообще мойки есть именно специально подствольного монтажа. Черная выглядит классно, но, блин, я ее вот натирал-натирал здесь, вытирал-вытирал, но она вся, ну вот видите, да, залапанная. Так, подсветка, все забываю за нее. Обычная леруашная подсветка, обычный вот этот выключатель. Слушайте, нормально работает, кстати. У меня дома, вот я себе поставил, так вообще по-быстрому там все залепил. Все окей, она димируется, плавненько работает. Блин, проблем вообще как бы не было еще. Вот у меня, наверное, полгода стоит. Все окей. У меня подсветка работает, я бывает там на ночь так сдимирую ее, она там мне еле-еле там светит. Вот, вот, вот в таком режиме, как бы нормально вообще. В общем, вещь хорошая. Единственное, что мне не нравится, что она вот огромная, до здоровых размеров занимает место. Так, и здесь по островку, вот он у нас, соответственно, наши ящики. Блин, вот пылесосил, ну вот, короче, клининг нужен по-любому, друзья. Так, здесь все. И здесь вот наша компоновка. Блин, хорошо, что вот этот момент у Леруа тоже взаимозаменяемый. То есть я взял тут отсюда эти два ящика, вот сюда переставил. Теперь, в принципе, тоже как бы неплохо выглядит. И вот, пожалуйста, для хранения, да, тоже приборов много. Ну и как бы нормально, что мы все-таки повернули в сторону кухни. Не надо, ну, как бы здесь далеко не надо бегать. Открыл,
здесь что-то готовишь, открыл даже, вот, повернулся, взял, что тебе нужно. Короче, нормуль. И бамбуковые, друзья, покупайте бамбуковые, не покупайте пластиковые. Так, в общем, друзья, в принципе, наверное, все. То я вот тут опять заболтался, опять у нас целый уже этот выпуск, целый фильм получается. Вот, поэтому сейчас я уже все здесь пропылесосил, инструмент вытер. Короче, у меня грязные вот только мои сандалии и вот вещи рабочие. Все протер пылесос, все повытирал по возможности. В общем, все. Моя миссия выполнена, все грязные работы сделаны, ура. Панель осталась, поедет в Леруа Мерлен обратно. И петли тоже поедут в Леруа. Вот. Ну, в общем, друзья, как обычно, комментарии, не забывайте, пожалуйста, писать чего-нибудь, там, ваше мнение. Вот. И, пожалуйста, не забывайте подписываться, кстати говоря, вот, чтобы не пропускать новые выпуски. Видите, ну, я как бы стараюсь вот, записывать все это дело. Вот телефон у меня весь в этой пылюке, я весь грязный, но с камерой все хожу, все стараюсь снимать, все моменты, нюансы, все как есть. Все, друзья, всем пока. Так, друзья, значит, приехал уже другой измельчитель. Смотрите, конструкцию хочу показать. Это борт измельчителя, они не сильно дорогие, но я их уже устанавливал, в принципе, норм. И здесь вот конструкция немножко другая. То есть также есть точно такое же кольцо, оно одевается, затем одевается резинка, и она заходит вот в этот паз. То есть, вот видите, вот паз, и сюда резинка заходит вот так, плотно садится, и это кольцо уже прижимает и резинку, и измельчитель непосредственно вот к самой горловине. То есть, это, ну, нормальное соединение. Но, я думаю, видели, да, на прошлом измельчителе, это вообще трешак, два каких-то усика. То есть, там просто до первого прикосновения к измельчителю, и он все отвалился, мусорное ведро запихивается, и как бы все, привет. Поэтому, вот, в принципе, и слушайте, смотрите, он прям вообще довольно-таки компактный. Если я тебе шурик поставлю рядом. Вот, то есть он, не знаю, сколько по высоте, но очень компактненький. Так неплохо сделан, все качественно довольно-таки. Ну, с переливом всегда приходится колхозить. В общем, сейчас подключу и уже зафиналим кухню. Друзья, ну что, прошло пару дней, приехали фасады, приехал измельчитель и приехал я. Все классно, все срослось, у нас хорошо, что все приехали вовремя. Теперь кухня выглядит завершенной. Блин, мне очень нравится проект. Я уже фотографии в Телеграм выставлял, там, в принципе, людям тоже вроде проектик зашел. В общем, остров, все классно, все окей, еще раз покажу. Вот все здесь, лоточки наши, уже, так сказать, по дню посмотрим, как это выглядит. Мойку все проверяю, сейчас открываем. Все пусть сливается, можно вот так спокойно делать, брызгать здесь. Воды не боится столешница. Все окей, измельчитель у нас работает. Все, пошел. Ну, под такой, конечно, когда столько много воды, желательно не включать его на постоянку, а то он там начинает вибрацию давать. Все, есть. Моечка на месте. Видели, да, наливал полное корыто воды. Измельчитель висит на мойке, все окей, все сухенько. Бортик, друзья, прикольный измельчитель вообще. Слушайте, вот эту модельку мне еще не попадалась, прям выглядит так культурненько, аккуратненький, маленький, класс. Все здесь все без изменений, фильтра все работает, тоже все подключено, все ок. Все, фасадик на месте, все отлично. Здесь фасадики у нас на месте. Здесь, конечно, заказчик планировал один цельный фасад, 102-й, ну там что-то их нет наличия, надо ждать. Решили, в общем, чтобы не ждать, вот откидушки поставить на фрилифтах. Вот все, окейно, все работает. Холодильничек, ну, друзья, я уже вроде бы показывал, извиняюсь, если повторяюсь, но просто много проектов, много нюансов и так далее, не все могу упомнить. Все, цоколя на месте, кто-то писал мне, что цоколь бы вровень с островом, ну... Друзья, там же ноги, понимаете, можно, конечно, ноги переносить, но зачем об него биться пальцами, об этот остров? Весь-то прикол утопленного цоколя, это в том, что вы вот так ногой, то есть не задеваете. А представляете, здесь цоколь бы уже был, вы бы об него бились ногами. Просто можно заморочиться, боковины продолжить вот так в пол, но нужны высокие боковины, вот такие вот хотя бы 137, да, и можно здесь, допустим, хотя бы здесь сделать в пол, было бы, наверное, интересно. Ну, может быть, эстетически выглядело бы получше, но... Зато вот так даже убирать удобнее. То есть раз-раз, там пластиковый цоколь, ему ничего не будет. Все окей. В общем, все, друзья, кухненька на месте. Все классно. А я поехал дальше.
Так что увидимся уже на следующих проектах. Вопросы, как обычно, в комментариях.